Комик-кон. Это мой костюмчик. Я не хотела как-то отличаться от толпы, можно сказать. И сделала, как сама костюм придумывала. Меня уже тут очень много пофотографировали. Ищите мои фотки в интернете. Пойдемте посмотрим, я вам покажу, что здесь происходит. Играли в одну игру, которая здесь представлена? Я играла в танки, но здесь они не представлены, у них свое мероприятие, а в другие нет. А я вообще темный лес, ни во что не играла никогда. Ладно, спасибо, удачи вам. Так много костюмированных. А ты кто? Я светлый маг. Я колдую воду. Поэтому ты в голубом? Да. Но я колдую огненную воду. Это из какой-то игры или сам придумал? Нет, это у нас оригинальное произведение собственное. А я тоже собственное произведение. Угадай, кто я? Ты охотница за привидениями. Да, меня зовут Жанин. Потрясающе. Костюм замечательный. Как, пользуется? Очень даже. А где пушки? Я еще только стажируюсь. Вот как, понятно. Ну, наверное, есть зато самое главное оружие женское. Да. Я хотела сказать, что меня сначала выпускают. Все смотрят на меня, тех, кого надо поймать. Точно. А какое самое главное женское оружие? Глаза, конечно. Точно. А я думал, такой маленький пистолетик такой, вот маленький такой, знаешь, так, как нет, в женских фильмах. Пока мне не доверяют. Ясно. Ладно. Спасибо большое. И тебе спасибо. Привет, ты кто? Я Синди из Final Fantasy 15. Классно выглядишь, вообще класс. Ты спешишь или как? Да, давай, класс. А вы кто? Как человек или как персонаж? Как персонаж хотя бы. Я рокерша из игры Fortnite. Прикольная. А у меня персонаж из Нир Автомата, Туби, Андроид. Такой как бы стиленький. Такой разрезик красивенький. Да, такой персонаж. Но мне нравится, я люблю эту игру, сама играю. И мне нравится персонаж и сами костюмы. Я играю и сейчас официально представляю Fortnite на этом стенде. Да, выбрала этот костюм, потому что...
тебе идет, мне кажется, где-то личность твоя, да, как-то подходит под этот образ. Именно поэтому я его и выбрала. Молодцы, девчонки, классные костюмы. Приветливый. Привет. Привет. А ты кто? Я Ворон из Fortnite. И что же он делает там, с кем воюет? Да со всеми. А у него нет лица, только темень, да, какая-то? Да, 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 он такой скрытный парень. Ну ты такой приветливый, а он тоже такой же? Я думаю, да, он, у него позитивное движение в игре. А, просто мир у него такой, да? Да, так случилось. Прикольно, а костюм как бы сам сделал или заказал? Да. Нет, сам делал, я крафтил. Прям вот швал все это? Да, сам. Я тоже сама, кстати, тебе нравится? Блин, клево, да, очень. А кто ты? Кто я, как ты думаешь? Призрак, да? Ты привидение или охотник? Охотница. Да, да. Это клево. Я Жанин нового поколения. Клево. То есть я уже предлагаю сценарий, что Жанина, она уже тоже влилась вот в эту работу. Ну, это очень круто, да. И пошла типа это, на стажировку. Видишь, пока оружия нет. Да, клево. Я иду как персонаж в компьютерных играх, они обычно вот так ходят. Похоже? Какой-то кот приставучий. Привет. Очень красивый костюм, ты воин. Не совсем. Это костюм Дивы из игры Overwatch, которую запихнули в игру HOTS, и которые сделали скин Смертокрыла, а это персонаж из Варкрафта. Смесь из крокодила? Смертокрыла. А, понятно. Извини. Мур-мур. А ты кто у нас? Мелина из Mortal Kombat 9. Ну я же говорю из Mortal Kombat, конечно. А 9 это последняя? Я не разбираюсь просто. Нет, последняя 10, сейчас уже выйдет 11 часть. Почему из 9? Ее нет в 10? Нет, 10 она тоже есть, просто 9 считается как классическая версия. И именно этот образ у Мелины считается одним из самых таких экстравагантных. Да, да, хорошее слово. А скажи, ты тоже играешь, да, получается, в эту игру? Давно? Давно, конечно. Прям с самого основания? Ну, косплеем я занимаюсь 10 лет, и играю я тоже прилично. Прикольно, у тебя там какой-то прям статус такой приличный тоже, да? Ну, да. То есть ты там мужиков мочишь? В играх? Ну, смотря в каких, в онлайн? Да, и девочек, и мальчиков. И девочек? А в файтингах тоже, наверное, да, и девочки, и мальчики бывают. Хорошо, какой коронный прием у твоего персонажа? У нее несколько коронных приемов. Но самый любимый? Самый любимый, когда она подходит и отрывает голову. Какая нежная девушка у нас сидит. Она вообще, она самая добрая душа. Ну я понимаю. Не, ну как бы, как мужики к ней, да, так и она к ним, правильно. Да. А это все сама сделала? Да. Прям сшила даже. А это из чего? Пластик. Пластик? А как вот, расскажи, вот я начинающая косплейщица, как мне сделать вот оружие? Ты, кстати, поняла, кто я? Из «Охотники за привидениями». Да, я Жанин нового поколения. Меня приняли в армию, да, охотником, да. Так вот, у меня еще нет оружия, как мне его сделать вот из пластмассы? Покупаете листы, такие большие, нарезаете их ножом, обтачиваете или греете феном и получаете оружие. Ах, вот. Немножечко магии. А, немножечко магии. Ладно, если что, обращусь к тебе. Да, конечно. Спасибо, классно выглядишь. Привет. Привет. Девушка, от вас прям такой сладкий аромат идет. Да, такой сладкий, что прям так притянуло, прям. Все может быть. Мне тут дали карточку, зачем я ее взяла? А выкидывать жалко все-таки. Люди потратили свое время и деньги. Сейчас я ее попробую отдать кому-нибудь.
приходите в наш магазин. Окей. Спасибо. Что-то быстро как-то. Я чуть-чуть растерялась, когда увидела форму этой девушки. Надо ее догнать и взять интервью. Ой, привет! Ты косплей? Нет. Ну, у тебя такой образ. Я хвастаюсь. Блин, реально классно. Спасибо. А почему волосы розовые? Ну, мне нравится розовый цвет. А, ну не Барби, нет? Нет. А, не под Барби. Все таки в форме классные. А можно сзади тебя снять? Да. Где ты такие лосины купила? Спортмастер. Всего детский нас? Детский отдел. Детский отдел? Ну, здесь-то точно не детская. Ну, нет, здесь пока взрослая. Класс. Классно выглядит, что украсила это мероприятие. Спасибо. Удачи. Ой, а можно я в вас поиграю? Что? А, да. Что? Можно я в вас поиграю? Можно. Только как это сделать, я пока подумаю, а кто вы, я забыла. Харли Квинн. Ну да, это же известный персонаж. Но откуда он? Я просто, не слышу. Он из вселенной комиксов DC, а именно мой образ из фильма «Отряд самоубийц». Из фильма и комикса «Отряд самоубийц». Мы так хорошо с вами смотримся. Ну, естественно, с вами все смотрятся отлично. Ну, так же, как и с вами. Приятно, спасибо. Спасибо, удачи вам. Вам тоже. Обнимемся? Обнимемся. Очень милашка такая прям. Откуда вы? Ну, я студент, поступил в Москву, что? Ну, имеется в виду, из какой игры? А, с какой игры? Ну, из метро 2033. А, я так и думала, что что-то в этом роде. Да. Боже мой, меня захватили! Спасите, помогите! Вот те люди, вон те, убейте их, пожалуйста! А вы кто? А, Рагнар, сериал «Викинги». А, ну да, точно. Я их, правда, не смотрела, но смотрю... Похоже. А вы прям реально все серии смотрели? А, да, я смотрел все серии, я очень люблю эту вселенную. И вообще, все, что связано с топорами, мечами, щитами и убийством людей. А топор где раздобыли? А? У бабушки за печкой? Нет, этот топор я создал сам, выковал его в кузнице. В общем, как и этот щит. Прикольно. Это тоже из вашего мира, космоса? Это Лея, это... А, Лея. Редактор Громании, да. А, все. Прикольно, вы такой веселый, энергичный, а, прям, да, позитив. Просто жарко. А, понятно. Надо, чтобы еще жарче было. Да. Ладно, удачи, оставляю вас на растерзание фотографа. Здравствуйте, пожалуйста, обнимите меня крепкой рукой. А, English, окей. Thank you. Привет! Привет! Неуловимая фройлейн! Я ничего не слышу практически, извините. А, неуловимая фройлейн, говорю. Я? Да, я тебя еле поймала. Ну, я же снайпер, мне нужно быть скрытной. А я тоже в армии, видишь? В армии, да. Это мой фирменный значок. Супер. А ты откуда? Что за персонаж? Overwatch, она Мари. А, окей. Хорошо. Ну, в общем, она там крутая, да, снайпер? Ну, да. Она там очень горячая женщина, мама, снайпер, мать отряда, в общем, она классная.
супервумен, короче, блин, нашего поколения. А скажи, костюм сама сделала, да? Да. Ну, елки-палки, я тоже сама. А у тебя много времени ушло? Ну, да, достаточно много. Ну, где-то несколько месяцев, наверное. Но он еще даже не закончен, в принципе, практически до конца. А ты не спросишь, сколько я свой делала? Ну, пожалуйста, спроси. Конечно. 2 часа. Это отлично. Очень много времени на сон, еду, радости и все такое. Хочу точно. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет, привет, привет. А что за персонаж? А вот ты знаешь, бывают люди X нормального человека, а похоже, это циклоп курильщика. А, понятно. Сам придумал. На самом деле, я снимаю пародию на музыкальный клип, поэтому я сегодня в таком виде. А, понятно. А я тоже сама придумала костюм. Круто. У тебя костюм охотница за привидениями в исподнем? Да, но я Жанин, нового поколения. Прекрасно, мне очень нравится. Мне тоже ты нравишься. Веселый, прикольно. Спасибо, хорошего фестиваля. Давай. Какая красивая девушка. Сейчас. Привет, ты кого у нас играешь? Ты такая высокая, что я не дотянусь до тебя. Ты летаешь вообще отлично. Ты занята? Ну ладно, не буду отвлекать, давай. А ты кто? Да, в принципе, я никого не косплею, это свободный косплей. А, ну... Оригинал. А, оригинал. Ну, похоже на какую-то кошечку-ученицу, нет? Не знаю, может быть, есть, конечно, персонажи, но я не задавалась какой-то целью именно специально косплеить. А, понятно. Ну, симпатично. Спасибо большое. Давай, я обнимашечки делай. Пока-пока. А что ищу, мистер Мармак? Где Мармак? Извините, а кто это? Это известный блогер, у него 7 миллионов подписчиков на Ютубе, вот, и он делает очень интересные обзоры, ищет баги в новых играх, и просто, как бы, фанат от него просто без ума. Вы фанаты? Да. Толпа фанатов. Поэтому они ходят, ищут его. Прикольно! Знаете, ладно там Марвок, но то, что толпа фанатов, я первый раз в жизни вижу. Вообще вы клёвые. Я очень... Это честь для меня взять у вас интервью. Удачи! Давайте, ребятки. А можно я попристаю? Я понимаю, что вы только что встали, да, и вам, хорошо. Да. И вам как бы не хочется ничего такой движухи, да? И у меня с собой еще была сковородка. Да. Ее отобрали на входе. Да ёшкин кот, как же они вообще так могут? Жестокие люди. Кошмар. Да. Что-нибудь поготовить, но мне не дали. Да, как обидно. А вы только что душ успели принять? Да, а вот побриться не успел, как видите. Ну ладно. Ну идите, там есть кофе вот за углом. Хорошо, спасибо. Давайте. Большое. Я люблю оригинальные образы. Привет, девушки-красавицы! Вы какие-то принцессы, я поняла. Какие? Мы принцесса Нинтендо. Принцесса Пич и принцесса Зельда. Прикольные. Это вам выдали костюмы или сами? Это наши, мы сами делали. Ого, ну такие миленькие, вообще хорошенькие. Ладно, вон там уже вас фоткать хотят. Я так же, как этот герой стану, героиня точнее.
еще какие-то вещи лежат. А, кто-то вот так приехал просто сюда, вещи оставил, пошел косплеиться. Кажется, я нашла. Почему такой цвет кожи? Потому что тамаранцы впитывают солнышко. А я думала, что потому что ты дружишь с Лилу. Обмазала волосами. Да-да-да, когда красила. Я сейчас всех крашу. Почему такой персонаж выбрали? А, потому что это фильм детства, и я его люблю. Да, спасибо большое, прикольные образы. Привет. А как дела? Нормально отдыхается? Да, костюм классный вообще, замечательный. Я тоже тебя слышу, да-да, мы на одной волне. Да-да-да, класс, спасибо. Я вижу, ты тоже расстроена, что пришла осень. Да, пожалуй, поэтому я так выгляжу. Красиво. Спасибо. А я тебя поймала, это я тебя поймала, но так как ты хорошая оказалась, я тебя тут выставила, и все фоткаются, видишь, какая добрая? Ну, спасибо, наверное. Хорошо, оставляю. Почему в косплее так много эротики? А куда без нее? Без нее скучно? Это точно. Спасибо, классный костюм. Это моя тема, она мне нужна. Ой, девушки красавицы. У вас прикольные колготки, я люблю колготки, особенно рвать их. Можешь порвать? Не-не-не-не, так все красиво, дырочки такие прям классные. А вы из какого вообще? Metal Gear Solid Quiet. Это игра такая, да? Metal Gear Solid это игра, Quiet персонаж. Вы сами играли? Да. И вам прям нравилось с детства, да? Очень. Вот так мечты сбываются. Прикольно. А можно вас сзади вот так посмотреть, покрутить? Прикольно. И дырочки сзади даже есть. Вау. Класс. Очень большая территория, много всего интересного, но время поджимает, мне нужно уже уходить, поэтому я не могу, такая милашка вообще. Так вот, в общем, с вами были Комик-кон, Игромир и я, Дженни Смит. Спасибо за внимание, подписывайтесь и люблю вас, до скорого.